Часовня преподобного Ильи Муромского возведена в память о воинах, защищавших рубежи нашей Родины. Не случайно выбрано место расположения святой обители. Галицинский пограничный институт располагается поблизости. Кстати, часовня возведена в честь Вадима Матросова, легендарного пограничника и героя Советского Союза. Именно он стоял у истоков создания высшего военного учебного института в Галицино. Очень символично то, что эта часовня построена в канун столетия органов безопасности, в канун празднования столетия пограничных войск. Совсем недавно мы отметили столетие со дня рождения легендарного пограничника, героя Советского Союза, генерала армии, человека, который прослужил 54 года в пограничных войсках, руководил пограничными войсками. Я повторюсь, но скажу вам, что он сыграл историческую роль в судьбе нашего города. В строительстве часовни приняли участие многие, но основную нагрузку на себя взяли семья и близкие друзья Вадима Матросова. Для них это особое событие, долг перед великим человеком, который внес неоценимый вклад в развитие пограничной службы России. Наша семья испытывает глубокое удовлетворение от того, что вот это сооружение, эта часовня, она стоит, она построена. Строительство ее – это был наш моральный долг, потому что при всем при том жизнь семьи во многом проходила рядом с пограничными войсками или внутри них. Уже сказано было, что эта часовня и в честь как пограничников, которые ушли из жизни, и всех, в честь тех, которые служат, и в честь героя Советского Союза, генерал армии Матросова Вадима Александровича. Часовня уже стала объектом культурного наследия земли Галицинской. Здесь будут проходить историко-патриотические беседы с подрастающим поколением. Это событие вошло в летопись городского поселения. Огромное спасибо нашему руководству Галицина. Огромное спасибо благодетелям, строителям, украсителям всего храма. Сегодня необыкновенный день в нашем городе. У нас необыкновенное, у всех тепло на душе. Хочется, чтобы наши мысли были чисты, чувства святы и дела богоугодны. Чин освящения часовни совершил благочинный церквей Одинцовского округа Игорь Нагайцев и поздравил всех жителей Галицина с этим важным событием. Мы сами собрались не просто помолиться в этот день, но собрались для того, чтобы осветить часовню. Часовня, которая построена в память о тех людях, которые стояли у истоков пограничной службы, о тех людях, которые отдали свои жизни, защищая рубежи нашей Родины, о тех людях, которые сейчас также продолжают нести этот подвиг, охраняя покой нашего государства. Работы по благоустройству территории около часовни преподобного Ильи Муромского будут продолжены. Здесь появится новая детская площадка, будет оборудована зона отдыха. Уже есть аллеи. Это место станет центром притяжения жителей Галицина. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».